Сейчас один из трех участников, которые дали правильный ответ, получит приз от фестиваля «Палитра ремесел». Ну, Наталья, давайте теперь я, наверное, помешаю. У меня правая рука. Я так сейчас в одну сторону, потом в другую сторону. А вот доставать вы будете, хорошо? Тринч. Так. Участник не подписался, но ничего страшного. Все равно, как говорится, награда найдет своего героя. Четыре последние цифры, я их озвучиваю. 88-57. 88-57. И я еще раз повторюсь, что вот такой прекрасный, модный, стильный, экологичный аксессуар, как вот эта модная сумка, ну и все содержимое с брендованной футболкой, набор гуаши и всевозможными интересными стильными аксессуарами, достаются сегодня нашим победителям. В адрес победителей и участников я хочу сказать огромное спасибо за то, что вы приняли участие. И, ребята, забегая немного вперед, наград достаточно, поэтому надо дальше продолжать участвовать в наших конкурсах, потому что впереди еще второй и третий день фестиваля «Палитра ремесел». Поэтому еще раз аплодисменты, можно похлопать, поставить.